Владимир Наумов, аптека «Фиалка». Владимир, дебютировали в зимнем турнире сразу против чемпионов всея Руси. Какие впечатления? Впечатления самые приятные оставили, ребята. Первый тайм на равных поборолись, второй тайм, понятное дело, мы провалились немножко. Ребята уже начали отрабатывать там все, что угодно на нас. У них хорошая тренировочка, я считаю. Но по своей команде, могу сказать, по самоотдаче, если так все пойдет, я думаю, что в плей-офф мы должны будем попадать в любом случае. Мы будем стараться, понятное дело, все соперники непростые, но лично у моей команды была задача себя попробовать на этом уровне, посмотреть, почему там все по 9-10 пропускают. Мы всего лишь 5 пропустили, понятное дело, могли больше, но могли и забить. Хотя бы там 2-3 еще могли забить. То есть ребята тоже там ошибаются. Видно, что они, видимо, входят в тренировочный процесс. Я думаю, что после нас они там уже как-то более пойдут ровненько. И поэтому будут у всех очки забирать. Нам надо свою забрать. Поэтому у меня впечатление шикарное. Всего лишь 1-5. И радость на лице. Мы иногда в первом дивизионе больше попадали. А тут против чемпионов 5-1. Для меня праздник сегодня будет. Поэтому все хорошо. Спасибо. Тихо. Евгений Бабылев, «Аптека Телеком». Женя, сегодня в дебютном матче встречались с «Аптекой Фиалкой», причем высшего дивизиона. Победили 5-1. Была ли какая-то недооценка соперника? Довольно ли ты действовал подобично? Всех приветствую. Да, недооценки, наверное, не было. Все прекрасно понимали, что команда с низкого дивизиона. Задача была приехать, начать этот зимний условиях зимних, поэтому я довольно здоровый. И все получилось, что хотели, в целом я думаю, что мы хотим. Во-первых, отсутствием тренера, разовая, это или теперь ты будешь заниматься этим вопросом. И мы увидели мы две полноценные семерки, тут с чем связано? Ответственность тренера это по плану было. Не было полноценных, мы называли четвертый, один заболел, чуть-чуть здоровье,